на канале «Россия-1» состоится премьера четырехсерийного мелодраматического сериала «Чужая сестра». В центре сюжета сериала Дуня, и когда девушку бросает муж, она понимает, что осталась совсем одна, и помочь ей некому. Ее мать умерла, а отца известного авиаконструктора Михаила Столярова она толком и не знала. Дуня родилась на стороне, а у него в Москве все это время была другая семья. В законном браке росли дочери Катя и Варя, которые не подозревали о существовании сестры. Дуня решается обратиться за помощью к отцу и узнает, что он скончался 40 дней назад. Она отправляется в Москву, но ее здесь сразу принимают штыки. Столяровы уверены, что девушка появилась здесь не просто так. Главные роли в сериале исполнят Яна Гурьянова, Марина Коняшкина, Пелагея Невзорова, Евгений Сидихин и другие. Премьера четырехсерийного мелодраматического сериала состоится 7 ноября на канале «Россия-1». Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал